слава Тебе. Господи, хвала Тебе за сей день. Спаси нас, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Ты Бог единый, вечный, кроме Тебя нет иного. И все казни, посылаемые от Тебя для возумления, Тобой уже могут и прекратиться. Господи, слава Тебе. Благослови путешествующего Ездру. Дай ему добрых попутчиков и ангел-хранитель да защитит его. Тебе, Боже, слава за все, Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Вы знаете, как отправили Ездру? Дальше что было? Володя рассказал немножко. Главное, в Потеряевку из Барнаула приехал человек, привез селку и косилку. Там его забрало, увез. Даже на трассе не на вести было. А этот человек, сын моего крестника, двоюродного сестры. Вот что остается от нашей картошки. Все, остались без картошки. Жук колорадский. Вы видите, что делается? Значит, мы сейчас были, посмотрели. Володя достал дегтю и начал... Это надо все просто целиком залить водой. Это нет. Да. Я понял, что важное дело не наступить, вот оно лежит. Видишь, что? Паля. Так хорошо. Пускай лежит. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь, господа, как ревизор написано. Значит, просьба сейчас. Я бы пошел, мне нельзя. Тазик подставляет, Володя знает как, и бьет ветки, наклоняет и бьет они в тазике. Прям быстро наполняется. Теперь вопрос, куда? В определенное какое-то большое ведро с крышкой бы сделать. И ничего не делать. Потом можно промыть это дело. Я не могу склоняться. Там надо склоняться. Значит, на этой голубятне у меня минимум два тазика. Оба забрать. Угу. Там пшеницу это высыпать где-то. Посмотреть, где еще что есть, все. Там есть у нас дома даже ванна, но ванну я не знаю уже, стоит, нет. Ее неудобно там наклонять будет. Ну да. Пойти, сколько это у нас тазиков найдем? Ну, штук 5-то будет, наверное. Штук 5. Взрослым. Пойти всем. Это все съедается. Сейчас только поедим, ни минуты не тратить и идти туда. Тут даже спрашивать не надо. Горе какое. Прямо бутыльки они стоят, и огород пустой. Я думаю, еще Володя там с этими жуками трясется-то. Вот действительно практика, надо показать. Показать вот такое увидели. Показал шампиньоны, которые... Как вот эти грибы собирать? Вы не знаете, никогда не определяйте. Каждый гриб я должен посмотреть. Шампиньоны знаю. Ну и все остальное молитесь за брата нашего. Сейчас я вам сообщу телефон, чтобы все его знали. Все на этом. Садимся, Володя. Так. Сегодня у нас 12 июля. Уже ближе все к вечеру. Уже и так, вернее, вечер. Вот. И мы тут с Игнатьевым зашли вот, и увидели просто... Ну, я ему об этом говорил, он просто меня не понял, что жук заседает нашу картошку. Вон, одни бутыли стоят. Он срочно собрал всех. Там 1-2 человека остались, и самые маленькие остались. Взяли тазы, нас научила матушка Людмила, батюшка нашего Якима, жена. И вот таким способом собирает жуков. Вот. Да-да. Снизу Фрося не собирает, и главное сверху все их стряхивай. Снизу они еще поднимутся о, потом. Что думаете? О, это все у тебя? Ну, неплохой урожай. Нестор, покажи свой. Смотри, у Нестора сколько. Ну, они... А, ты что делаешь тут? Ну, извините. Нестор. Ой-ой. Ну, ты тоже даешь. Да. Ну, я тут там собирала. Тебе надо перчатки снять. Я там забирала еще, да. О, вот эти Оля тоже. Ой-ой-ой, сколько уже их. Помоги, было бы это ягодки, да съедобные-то. Как бы хорошо-то было. О, у Владимира Юрьевича рекорды на объект. Он может с Нестором только посоревноваться. Да, здесь он так примерно одинаковый. У меня тоже там есть, но у меня это... Вон они, скалолазы, вперед, уже вылазят. Куда пошли? А ну-ка на место. Все. Это мне вот тут Ливия высыпала с своего таза, мне уже тяжело было держать. Слышала, Оливия? Я сказал, что это твоя заслуга. А, больше. Ну хорошо. Вынимаете товар. Так, это вдвоем вы насобирали? Да. Это слабовато. Вы эти большие-то эти выкидывайте. Ну, знаете, нам осталось. Слабо. Слабовато, конечно. Вы больше болтаете языком. Все, вперед. Ну, знаете, рядочков тут нам мало осталось. Мало. Там еще целая плантация, не переживайте. Что? Какая
какая плантация, где? На взлетку. Дальше будем, а мы думали, закончили. Все, сейчас мы уже скоро пойдем. Девочки, начните, пожалуйста, как вот так до меня зайдите. Вот этот рядок, идите. Ну ладно, все сказать. Вот так вот. Сколько поел он картошки-то. Ух, вредите. Ты меня брал дёготь. Дёготем начал его обливать. Ну не знаю, какой результат будет. Будет ли он вообще. 100 грамм дёгтя на 10 литров воды. Ну главное, конечно, еще вот эти вот икринки, вот они. Их бы раздавливать и убирать вообще. От них тоже размножение большое идет. Эти-то убираем личинки, а икринки остаются. Все. Ну все, в принципе. Все. Слава Богу за все. Ну вот уходят у нас. Мы буквально минут тут 40 поработали. Где-то в начале 9 пошли. А сейчас 41 минута. Вот, ну сколько нас было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я 8. То есть 8 человек нас было здесь. Вот сейчас покажу результат нашей работы. Минут, ну, может, полчаса, 35 минут. Вот столько мы набрали в этом тазу цинкованным. Сколько их кишит. То есть быстрый способ, тазик подставляют под кустик и стряхиваешь туда их. Конечно, некоторая часть осыпается на землю, но это можно повторно еще по кругу пройти, и уже большая часть жуков будет собрана. Химпрепараты мы не используем. Это редкий случай уже, я думаю. Может, мы стараемся не использовать. Мы вот таким способом стараемся их предотвратить, чтобы они не размножались. Все, сейчас какую-нибудь емкость закрою и пускай они там лежат до дня смерти своей. Это все в наказание Господь посылает человеку за грехи его. Наших вот таких вот насекомых, которые поедают. Все это было. Все, в Библии это все есть, описывается, почему это происходит. Вот здесь вот я побрызгал дегтем. И смотрю, что что-то с картошкой происходит. Она вся скрежилась, и может даже я мог ее погубить. Это будет очень плохо. То есть жуки сидят вон на месте, может не такое количество, но сидят. Посмотрим завтра. Если картошка погибнет, то все, значит, этот способ не годится. Дегтем. Значит, загублю картошку, все. Ну, тут у нас подсолнухи даже растут среди картошки. Это мы с матушкой садили весной, с матушкой Людмилой. Ну и у нас, видимо, из карманов, что у нее семечки в кармане сухие, сушеные. То, что у меня. Ну, видимо, попадали. Вот. Подсолнухи выросли. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.